Чемпион лиги MC Fight Night в тяжелом весе Григорий Пономарев жестко высказался про ситуацию с таджикской трибуной на турнире ACA после боя Фаридуна Адилова против Махнаткина, когда в октагон полетели бутылки. Любишь ММА, ставь лайк и подписывайся. Кстати, что ты скажешь насчет того инцидента, когда кидали бутылки в октагон? Мое мнение – полный беспредел. И такое поведение мы категорически не поддерживаем и не одобряем. Но вот заявление бойца. Насколько офигели в этот день сотрудники самоката и доставки, что придется их встречать в ближайшие 2 недели с хорошим свиным подарком.